Плохование, нормально, концентрируется. Так, в общем, сделали мы заднюю стенку по бокам, полочку, все мотали пенофолом, подвесили почти, почти пока фу лампу. Низ и двери пока мы не делали. Это мы завтра сделаем, у нас клей, закончился клей. А давай проверим, как оно работает. Отлично. Фу. Вектор. Трех по 3 ватта. Ну, заявлено, тем не менее. По 3 ватта. Лампа с Алиэкспресса. Кому надо, ссылочку прикреплю. Переходите. Сейчас сюда мы поставим. Что мы поставим? Перец. А ну давай, неси его сюда. Так, стыки мы обклеили хорошо. Забили их. Забили. Заклеили вот тут. Просвета никакого нету с обратной стороны шкафа. Ой-ой-ой, давай. Неси сюда. Рассадник. Рассадник у нас на сколько посадочных мест? 96. Ну, не все семечки повсходили. Не все? Ну, давай попробуем. А что ж он так плохо концентрируется? Как четко стало, да? Вообще отлично. Естественно. Перец какой тут? Не знаю, купленный был на рынке. Потом сама перчина была, получается, да? Куплена на рынке, а потом все это... А перец какой был? Большой или такой, как вот маленький? Болгарский большой красный. О, да, это хороший перчик. Все, вот так вот растишки повсходили. Теперь буду ставить под фулкой. Потом еще в дальнейшем мы дособираем его полностью уже основательно. Сделаем вентиляцию. Все, доклеим все боковые стенки. По бокам и двери все заклеим, обклеим. Все будет, в общем, классно. Все, ребятки, вот так вот, пока мы вот такую мы здесь сделали, собрали грубокс из старого советского шкафа. Всем, друзья, кто понравился видосик, ставим лайк, пальчик, подписываемся на канал. Все, всем, друзья, всем хорошего урожая.